Сердечная жительница Лос-Анджелеса давно помогает бездомным кошкам, что проживают по соседству. Кого-то удается пристроить в приют, а кого-то она просто подкармливает и старается не оставлять без внимания. Одна из кошечек из года в год рожала котят, но все они, к сожалению, погибали, находясь в суровых условиях. По этой причине спасатели решили установить ловушки, с помощью которых можно было отлавливать бездомных животных. После стерилизации их либо пристраивали в хорошие руки, либо отдавали в приюты. В некоторых случаях животных попросту отпускали, но они уже не могли производить потомство. Но как-то раз добрая женщина заметила полосатую кошку, которая нерешительно топталась у порога. Она была не одна, неподалеку у крыльца лежали котята, которые нуждались в уходе и кормлении. Кошка принесла малышей потому, что сама приходила на кормежку, но оставить без присмотра крох просто не могла. Понимая это, женщина решила, что должна помочь пушистому семейству. Связавшись с приютом Alley Cat Rescue, спасательница попросила волонтеров помочь, и уже вскоре малютка и мама попали на передержку. Сотрудники приюта говорят, что кошка пришла к женщине, чтобы дать котятам возможность выжить. Так как ее потомство погибало из года в год, пушистая мама чувствовала, что должна как-то спасти хотя бы этих малышей. Поначалу и мама, и детки были застенчивыми, но уже вскоре стали играть и проявлять свой характер. Они с удовольствием ели, демонстрируя огромный аппетит, но опасались людей. И лишь спустя время они наконец-то стали более открытыми для общения и принялись демонстрировать свою любовь. Совсем скоро малышам найдут постоянный дом, а кошечку решила взять к себе та самая добрая женщина, что обратила внимание на нее и ее крохотных детишек. Совсем недавно они голодали, но теперь все изменилось к лучшему. По счастью, животные получили крышу над головой и сытую жизнь. А вот для кошки рождение котят стало последним, так как ее стерилизовали. Что ж, теперь она будет жить в своей...